Ребята, всем привет! Сегодня я хочу записать для вас летний влог у нашей второй бабушки. Итак, поехали! Если честно, я даже не знаю, чем мне сначала заняться. Но давайте, по традиции, как и все бащики, мы сходим в теплицу. Потому что, если честно, я там еще ни разу не был, и мне там очень хочется побывать. Ага, а вот и она. Идем внутрь. Ого! Да тут целые джунгли! У нас тут огуречные заросли. Только вот интересно, наверное, уже все огурцы без меня собрали. Эх. Хотя нет, ошибочка. Вот тут есть хороший экземплярчик. Как думаете, сорвать или нет? Не, лучше не надо, а то по попе получу. И вон там еще один. Ай! А тут у нас окошко. На улицу можно выпрыгнуть. Но мы этого делать не будем. Да, ребят, теплица это, конечно, очень круто и интересно, но давайте пойдем дальше. Ветер поднялся. Ну да ладно. Не знаю, как у вас, а у меня лето ассоциируется с какими-нибудь ягодками, вкусностями, поэтому я думаю, вы уже поняли, на что я намекаю. Да? Нет? Короче, пойдемте ягоды искать. Смотрите, я хочу туда. Проблема в том, что мне туда нельзя. Меня туда не пускают. А когда что-то запрещают, то ну очень хочется, даже если не нужно. А мне, понимаете, очень надо. Там ягоды вкусные, которые называются ежевик. В общем, если что, скажу, что это вы сказали, что мне надо туда. Только не сдавайте меня, а я попробую перелезть через верх. Вот там постараюсь. Ой, главное не упасть. Аккуратненько, потихонечку. Ой, не получилось потихонечку, но зато я тут. Вау, как тут интересно. Это моя цель. Это же ежевика. Она, конечно, еще не вся поспела, но ничего, что-нибудь подыщем. Главное, новые шорты не испачкать. Вот посмотрите, как вот эта ягодка, вот прям манит такая, ну скушай меня, видишь, какая я спелая. Но она может нас обмануть, она может быть еще твердая. Это вроде мягкая, ну-ка давайте оценим. А, мне щеки свело. Нет, та была кислая. Дадим ей второй шанс. Вот ты тоже вроде спелой выглядишь. Ну-ка. Но это уже послаще, но все равно не идеал. Да, правильно, меня сюда не пускали. Наелся зеленый ежевик, и теперь живот болит. Ладно, пока не буду ничего есть, пойду еще посмотрю, что тут есть. Смотрите, это болгарский перец, но он почему-то вверх растет. Я что-то не уверен, что так должно быть. Нам дали бракованный, походу. О, помидорчики! Бедняжка, вот этому помидорке, походу, плохо стало. Я не пойму, меня что опять обманули? Почему помидоры не красные, а оранжевые? Или они еще не поспели? Не, их пробовать я не буду. Интересно. А это что это такое? Сомневаюсь, что это огурцы, у них листочки. Поменьше будут эти какие-то прям гигантские. Опа-на, опа-на, а я кого-то нашел. Это что, тыква? Вот еще тыковка. Да, все-таки гулять по огороду это очень интересно, но жарко. Я уже умираю. Что-то я совсем куда-то это далеко ушел. Господи, ох, кто это? Тут что-то все шуршит, как-то страшное, куда-то за огород ушел. О, господи, страшно. Говорят, тут змеи водятся, не дай бог сейчас укусят. А тут прям лес настоящий, а там, походу, опять тыквы растут. Изучаем, но что-то пока ничего не понятно. К сожалению, тут еще ничего не поспело, поэтому непонятно, что это. Что, я возвращаюсь. Мне жарко, страшно, да и вообще все, я ушел. Бежим домой там. Снова надо лечь наверх. Аккуратненько. Валера, не падать, я сказала не падать. У меня тут небольшая проблемка. Что делать? И снова неудачное падение. Все, идем в более безопасное место. Я знаю, что буду делать. Пойду искать животных. Первый у нас на очереди песик Рябчик. Смотрите, какой милый. Ой, потягушки, потягушечки. Следующий у нас курочки.
Вот их место обитания. Привет! О, петух, иди сюда. А если мы... А что, не открывается? А, не понял. Ладно, это знак, что мне туда не надо. Ребят, смотрите, тут ящерица. Самая настоящая. Я в шоке. Она прям тут убежала. А вот тут летает шмель. Вон он там из цветочков нектар собирает. Лети. Лети. Я пойду немного в доме посижу, а то я просто сейчас расплавлюсь на солнце. Какой я красавчик. И тут, и тут. Пойду в зал. Спасение. О, мой любимый диванчик. Как же тут удобненько, и подушечки, и красивые цветочки. Красотень. Интересно, у них есть запах? Нету, это ж просто листочки. Господи, Валера, ну ты тупик. Какие часы клевые. Они меня уже гипнотизируют, пошлите отсюда. А тут мягкая, прыгучая кровать. На кухне есть сок. Я спасен. Это самый лучший сок в мире. Яблоко и вишня просто... Кстати, у меня супер хорошие новости. Мы поедем на море завтра. Поэтому мне поручили собрать свои вещички. Так, а что мне вообще брать-то надо, а? Ой, мама родная, я падаю. Так, все, собственно говоря, коротко и ясно. Я беру вот эти штанишки, вот эти вот трусики, -шортики, беру круг надувной, уточку, возможно, я на нем не буду плавать, и будет плавать Саня, себе куплю новый, ну посмотрим. Это у нас что, мои сандалики и шляпка, еще покажу, как она на мне сидит. Ой, посмотрите, какая красотища, теперь моя голова не упадет в обморок на море. Или не голова, а я сам, ну в общем, эту панамочку Вика сшила, посмотрите, красивая такая. Вообще просто бомба. Естественно, я возьму эти шорты. Осталось упаковать в чемодан. Стоп. А футболочка? А моя любимая футболочка с бананами? А она-то где, ее не было в шкафу? Не, я без футболочки не поеду. Футболочка, ты где? Где что, моя родная? Найдись! Нету. Как же я без футболочки поеду-то? О, нашлась. Спасибо, Вика. Ну все, теперь можно без проблем и без опасения ехать на море. Я готов. А у меня так много вещей. Куда же их положить-то все? Думаю, это не подойдет. А если... О, ну вот это подходящий размерчик. Сколько там градусов? 37. Чего? Да, жарковато, однако. Пойду-ка я в душ искупаюсь, а то весь мокрый, фу. Отлично. Водичка то, что надо. Сейчас буду чистенький. Кто-нибудь принесите полотенце. Ой, хорошо. Ой, сколько цветочков красивых. Пойдемте понюхаем. Желтый неплохой. Ух ты, вот такой тоже. Это что, мини-подсолнухи, что ли? Не знаю. Ой, какие щемпотненькие маленькие цветы. О, и пахнут они вкуснее всех. А что там? Подземный бункер. Включился свет. Это знак, надо спуститься. Так вот, где от меня огурцы прятали с вареньем. И вот они все, компотики, мой любимый малиновый. А мне сказали, что он закончился. Ух, да, вороны какие. Тут и малиновое, и абрикосовое, и капуста. Вы ели когда-нибудь варенье из капусты? Надо попробовать, может, это вкусно. Да, тут, конечно, очень интересно. Но всего лишь 15 градусов. Прохладно. Пошлите-ка мы обратно. Оп. 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 Ребят, смотрите, какое дерево неплохое. О, высокое. Как вы думаете, может залезть на него? Тик-тик-тик-тик. Ой, я уже на первой веточке сижу. Неплохо, лезем дальше.
Смотрите, как я высоко. Так, а сейчас у нас время обеда. Мы будем кушать супчик, колбаску и бутербродики. Всем приятного аппетита, кто сейчас тоже кушает. В общем, ребята, наступил уже вечер. Вот там уже машина завелась. Я сейчас уже потихонечку начинаю снимать второе видео, так что... Я думаю, на этом можно закончить наш влог, потому что мы сейчас будем собираться, готовиться к морю, поскольку завтра нам надо встать очень рано. Поэтому всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да господи, что за шум!